23 апреля в Казанском федеральном университете прошел гала-концерт – традиционное масштабное событие, означающее окончание такого любимого и желанного всеми студентами фестиваля «Студенческая весна». Представление по традиции завершилось церемонией награждения институтов в большой, средней и малой группах. От лица ректора КФУ Ленара Сафина победителей и призеров поздравил первый проректор – проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Он отметил, что в год 220-летнего юбилея вуза проходит 30-я по счету студенческая весна. Мы находимся под впечатлением фейерверка креативности, зажигания, радости, творчества, которое мы видели во втором отделении. И сегодня у нас особый концерт студенческой весны. Это 30-я студенческая весна в Казанском университете. Все участники гала-концерта стали пассажирами поезда, который совершил неожиданную остановку на маленькой станции. Кто-то сорвал стоп-кран. Начинается расследование. Пока виновник происшествия не найден, состав остается на месте. Наконец, сорвавший стоп-кран сознается. Это молодой человек, который запрыгнул без билета в уходящий поезд, чтобы убежать от неразделенной любви. В итоге он понимает, что убегать от проблем проще, чем искать их решений. Все завершается концертом, устроенным пассажирами. Места в этом году распределились следующим образом. В малой группе первое место получили Институт геологии и нефтегазовых технологий, Химический институт имени Бутлерова. Первое место в средней группе заняли Юридический факультет, Институт вычислительной математики и информационных технологий. А вот гран-при взял Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. В большой группе первое место занял Институт управления экономики и финансов. Гран-при завоевал Институт филологии и межкультурной коммуникации. Сделаем общую фотографию, конечно же. Но наши аплодисменты не смолкают. Призеры и победители. Фестиваль «Студенческая весна» — это ежегодный конкурс творческой самодеятельности студентов КФУ, основной целью которого является укрепление и развитие университетских традиций. Поздравляем студентов КФУ, участников со заслуженными наградами. Благодарим их за любовь к творчеству, за то, что они из года в год доказывают первенство Казанского университета и пополняют копилку вуза новыми победами в самых разных направлениях и сферах деятельности. Зарина Галиуллина, Аделина Абдрахманова, Универ Новости. We'll be right back.